Уважаемые коллеги, меня слышно? Если позволите, доброго времени всем суток. Мы рады приветствовать вас на очередном вебинаре, посвященном обновлениям в релизе 2019R1R2. Тема сегодняшнего вебинара – новейшие технологии сеточных генераторов в ANSYS 2019R1 и R2. Меня зовут Мирослав Махнев. Также на вебинаре присутствует Светлана Вальгер. Мы покажем вам основные нововведения. Итак, перед тем, как начинать, хотелось бы кратко пробежаться вообще по истории сеточных генераторов и рассмотреть их разнообразие. Основными являются Workbench Meshing, ISMCFD, TurboGrid, Fluent Meshing и с недавних пор SpaceClaim. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками и может быть использован под конкретную задачу, либо под комплекс задач, например, как мешинг. Самый универсальный, по сути, сеточный генератор. ISMCFD, например, хорош для структурированных сеток, для сложных геометрий, для блочных сеток. TurboGrid идеально подходит для задач турбомашиностроения. Там используется автоматизированный процесс построения блочных сеток для лопаток, например. В недавнем времени мы получили такой прекрасный инструмент, как Fluent Meshing, для быстрого построения огромных неструктурированных сеток для сложных сборок и геометрий, который также с недавних пор интегрирован в Workbench, может расширяться за счет скриптов и так далее. В релизе R1 в режиме бета, сейчас в релизе R2 в основном режиме, мы получили SpaceClaim в режиме сетки. Он поддерживает прямое моделирование, также поддерживает расширение за счет скриптов и содержит эффективные инструменты для редактирования и доработки сложных моделей, что называется, на лету, когда вы можете, любое ваше действие будет сразу преобразовано в сетке в режиме реального времени. Переходим непосредственно к первому из представленных. Это Workbench Meshing. Что нового? В целом, настройки самого Workbench Meshing заметно упростились, и их стало меньше по сравнению, скажем, с релизом 18.2. Это заметно повышает удобство пользования, а также потенциально призвано сократить количество ошибок, которые могут возникнуть при построении сеток. Следующий заметный момент – это появление нового метода послойного построения сеток в релизе R1, который называется Layered Tetrahedron Meshing. Этот метод эффективно применяется для задач 3D-печати, точнее воспроизводит детали геометрии, чем, скажем, декартовая сетка, лучше подходит для тонких сеток. Элементы при этом располагаются слоями. Нужно задать толщину слоя, и сам размер элемента равен размеру слоя размеру вдоль этого слоя. В релизе R2 данный метод получил усовершенствование, и появилась возможность повысить качество сетки за счет удаления тонких слоев низкого качества, возникающих при работе данного метода. Называется данная опция Aggressive Tetrahedrons Improvement. Она доступна в подразделе, отвечающем за этот метод. Вы можете результаты этой работы этой опции наблюдать на двух картинках, соответственно, до и после. Также была добавлена новая опция Generate Layers Using Facets, которая позволяет пользователям пропускать шаг предварительного построения сетки на фасетах геометрии и генерировать слои сразу на основе фасетов CAD-модели. Также была введена новая опция Repair Facets. Когда эта опция включена, сеточный препроцессор пытается исправить ошибки фасетов. Ну, те самые ошибки, которые характерны для фасеточной геометрии, именно пересечение,
возникновении элементов с нулевой площадью и так далее, с целью успешного построения сетки. Также вы можете видеть, что здесь в опциях имеется вывод контрольных сообщений, то есть можно по тем всплывающим подсказкам определить проблемное место и в том месте уже сконкретизировать свои настройки для избежания ошибок на последующих этапах. Следующий момент – это построение сеток для трещин. Arbitrary Crack Meshing появился впервые в релизе R1. Это интерфейс для трещин, который может захватывать теперь больше одной поверхности. Как вы видите на рисунках, здесь серым представлен, скажем, инструмент. На второй картинке представлена кромка. И мы тут видим, что теперь захватываются поверхности с двух сторон, что также будет очень удобно при построении сеток именно вот для моделирования трещин в последующем. Новые возможности копирования сетки – это опция Mesh Copy. Также появилась в релизе R1. Поддерживает теперь комфортные сетки и для тел с общей топологией. Также поддерживает последовательное построение сетки – Selective Meshing. Вы также можете видеть на картинки справа результаты работы этой функции. То есть копируется топология, копируется разметка сетки, копируются, соответственно, сеточные элементы. Идем дальше. Появилась опция Axisymmetric Sweep. Мы назовем эту опцию протяжка по кругу в осисимметричных телах. В качестве бета-версии она впервые появилась в режиме, точнее в релизе R1 и представляет собой построение сетки для осисимметричных тел. Также очень удобно. И в релизе R2, затем эта функция также претерпела некоторые положительные изменения, была повышена ее стабильность. Также появились новые опции, скажем, Mesh-Based Defeatering, которые позволяют выполнять следующее. То есть элементы, размер которых меньше заданного допуска, не будут участвовать в построении сетки и используют локальные настройки с допуском Defeatering. То есть, как вы видите на рисунке, те элементы, размер которых ниже этого, они просто игнорируются. Например, вот для фаски. Скругление. А улучшение в настройках локальных размеров появилось в релизе R1. Эта опция позволяет в раздел локальных настроек Face Sizing добавлена опция Influence Volume. Она позволяет использовать заданный локальный размер Element Size не только для элементов грани, но и в объеме в пределах заданного расстояния от этой грани. Немножко поясню. Здесь имеется в виду, как, например, для задач внешней аэродинамики есть такой термин, как BOI, да? Body of Influence. Например, где нам нужно сделать, реализовать какое-то сгущение. Вот таким образом можно реализовать сгущение вдоль интересующего нас, скажем, объема, вокруг граней. Вот вы видите в нижнем левом углу и в верхнем правом углу с выключенной и с включенной, соответственно, опцией Influence Volume. Можете как бы оценить разницу. Идем дальше. Следующая возможность – это появились инструменты для автоматического соединения балок и оболочек. Поскольку раньше с ними нужно было много мучиться в ручном режиме, теперь стыковка производится автоматически. То есть мы видим большую сборку, скажем, для какого-то корабельной модели, которая содержит порядка, возможно, тысячи этих самых соединений, и теперь имеется возможность соединять их в автоматическом режиме. В режиме R2 эта опция перестала быть бетой, теперь называется Batch Connection. И в данном релизе предложен именно такой метод, который позволяет в быстром, полностью автоматическом режиме соединять балки и оболочки в сложных сборках.
То есть тут видно на небольшой таблице сводные данные по тому, как это выгодно в плане временных затрат и как это влияет, скажем, на большие модели. Переходим дальше к разделу Fluent Meshing, изменениям, которые затронули непосредственно сеточный генератор Fluent. В первую очередь это повышение производительности при распараллеливании методом PolyGigScore. Впервые была эта функция добавлена в релиз R1 и связана с ускорением в 5 до 11 раз на реальных задачах возможность распределенного распараллеливания. И отметим, что для распараллеливания построения сетки не требуется HPC лицензии. Также на графиках приведены зависимости скорости построения сеток от количества ядер. И в качестве примера можно рассмотреть модель камеры сгорания. То есть имеется сектор, скажем, там 1/16, 1/18 для релиза R1. Здесь характеристики у сетки были следующие. Число призматических слоев 3. Качество сетки высокое. Было построено 38 миллионов ячеек за 5,5 минут на 56 ядрах. Ускорение при этом составило 7 раз. То есть вы можете оценить сложность геометрии и, соответственно, количество элементов, которое было создано, и минимум времени, которое потребовалось для реализации данной сетки. Теперь поговорим о скрытых настройках этого метода, которые активируются следующими текстовыми командами, которые вы видите у себя сверху на экране. Новые опции необходимо активировать в консоли путем ввода соответствующих команд. Также новые опции станут доступны по кнопке Set для данного метода в меню AutoMesh. Вы видите это здесь, на экране. Появятся промежуточные слои полиэдральных ячеек вместо висячих узлов. Также ячейки в ядре сетки сохраняются как гексаэдральные. И у вас появится возможность строить полиэдральную сетку в определенных областях. Сохранение промежуточных этапов работы в памяти в релизе R1. По умолчанию промежуточные файлы, создаваемые в процессе построения сетки, сохраняются на диск для возможности отмены действия. То есть эта опция может быть активирована в меню «Файл», «Preferences», «Meshing Workflow». И здесь нужно будет среди выпадающего меню отметить «Write into Memory». Соответственно, вам это добавит возможность откатки изменений при построении сетки. Новые настройки локальных размеров (local sizing) в релизе R1. Новые опции для локального размера представляют собой body sizing, то есть максимальный размер для тела, local curvature, локальные изменения по кривизне, также local proximity, это локальные изменения поблизости. Этот метод измельчает сетку только там, где это нужно. Настройки размеров при этом могут перекрываться, и в этом случае наименьший размер всегда имеет приоритет. То есть настройки вы видите в правом нижнем углу. Также появилась поддержка циклической симметрии в релизе R1. Этап добавляется после пункта Create Surface Mesh. Автоматическое определение оси и угла, явное указание параметров. Также допускаются множественные поверхности, но они должны быть объединены в две выборки Name Selection, как в случае с той объемной сеткой, которая была раньше показана на предыдущих слайдах для модели камеры сгорания. Также вы здесь можете оценить настройки периодики, которые вот показаны в нижнем левом углу. Угол, исходное начало координат и вектор. Локальная контекстная справка в релизе R1. Это знак вопроса, заключенный в кружок при
нажатии на который вы получаете коротенькую справочку по функционалу данного пункта меню. Также это содержит ссылки на документацию. Бывает весьма полезно, если вы что-то забыли, либо не знали. Идем дальше. Сборки. Общая топология на уровне сетки в релизе R1. Watertight Workflow теперь поддерживает геометрию без заданной заранее общей топологии. Общая топология при этом может быть задана на уровне сетки. Позволяет управлять точностью и, скажем, не нужно возвращаться в какой-то геометрический модуль, например, в Space Claim, если вы забыли задать ее заранее. То есть вас Fluent Meshing напрямую спросит, вам нужна Share Topology или нет. Новый модуль Fault Tolerant Meshing Workflow представляет собой типовой процесс для грязной геометрии. То есть для той геометрии, которой, например, характерны наложения и выпавшие поверхности. Также позволяет управлять составом сборки, создание внешней области или крышек на входах-выходах в область, выделение ребер, острые ребра, пересечение тел, создание регулярных блоков под теплообменники, задачи подкапотного пространства для автомобильной промышленности, множественные области вращения, поиск и устроение протечек, опять-таки про геометрию, автоматическое измельчение следа и многое другое. Все это содержится теперь в модуле Fault Tolerant Meshing Workflow. Появилась кнопка Send to Fluent в Space Claim редакторе. Это позволит вам при нажатии кнопки запуститься Fluent, и геометрия автоматически экспортируется в Watertight Workflow, либо в Custom Workflow. И появилась поддержка Workbench, также в релизе R1. Для этого, например, создав геометрию в модуле, вы соединяете связью Fluent, но в настройках сетки явно указываете тип Workflow, например, Watertight Geometry. И тогда при запуске Fluent в режиме Fluent Meshing у вас уже сразу будут доступны все опции для Watertight Geometry. Теперь мы плавно перешли к Space Claim. Итак, Space Claim Meshing в релизе R1 в качестве беты, в релизе R2 полноценный функционал. Позволяет, предоставляет интерактивные инструменты создания сетки из GEX-элементов высокого качества. Использование метода Multizon для построения сетки из GEX-элементов аналогично Workbench Mechanical или Meshing. Основное назначение – это быстрое построение качественных гексосеток. Также возможность использования шаблонов для переноса сеток на новую геометрию с той же топологии. Скажем, вот как здесь для лопатки показано. Здесь у нас зеленым отмечен как раз блокинг для лопатки. Чтобы активировать данное меню, нужно зайти в настройки Space Claim, меню Customize, затем перейти в Ribbon Tabs и активировать выбором Mesh. У вас появится, соответственно, на ленте меню вкладка Mesh. Поговорим об инструментах, которые содержатся на вкладке Mesh. С левой стороны у вас инструменты управления камерой, что и на других вкладках. Эти инструменты представляют собой указание тел, для которых будет строиться сетка. Кнопка Play-Pause включает или выключает динамическое перестроение сетки при изменении геометрии. Physic Type – это для задач механики, либо для задач гидрогаздинамики. Настройки сетки. Размерность, тип, слои, периодичность. Дальше идет инструментарий для редактирования геометрии и топологии, то есть блочной топологии. Затем идут инструменты меню для редактирования блочной структуры, которые могут быть вам известны из, скажем, ISOM. По сути, те же функции. И замыкают это все инструмент отображения и исследования сетки.
размерность, настройки, оценка качества и перископ, который позволяет в режиме реального времени внутри построенной сетки уже оценивать какие-то элементы внутри, которые, скажем, не были захвачены сеткой. Подходы к построению гексосетки. Первый – это разделение геометрии. То есть, используя инструменты Space Claim, мы разделяем геометрию. Потом назначаем Share Topology и строим сетку. Разделение блоков. Это построение сетки и редактирование готовых блоков. Разделение, преобразование в регулярные, mapped или с протяжкой, swept. И последний – это построение топологии. Полностью аналогичная структура, что и в ISOM. То есть вы создаете начальный блок, как в ISOM CFD, затем разделите его, режете, привязываете и ассоциируете. У каждого подхода есть свои достоинства, недостатки. Подходы можно совмещать. При этом для конкретной модели может оказаться приемлем либо тот, либо другой. Разделение блоков. Это аналог функции мультизон с дополнительными настройками. После построения начальной сетки можно редактировать топологию, бурочную структуру, а не геометрию, чтобы получить максимальное число блоков с регулярной mapped сеткой или сеткой строящейся протяжкой, swept. То есть вы здесь видите, что на одной геометрии вы видите множество методов. Для построения именно оптимальной с точки зрения времени и размерности сетки. Настройки сетки. Это те элементы, которые содержатся в ленточном меню вкладки «Сетка». То есть «Добавить». Здесь выбирается именно тела, где будет строиться сетка. Слои, те грани, по которым будет наращиваться погранслой. Size, размерность, match, настройки для периодичности. Вот таким образом это работает в режиме реального времени. Так, переходим дальше. Операции с блоками. Также выбираем блоки. Blend – это вытягивание блоков. Project – проецирование на поверхности. Move – смещение, вращение, перенос. Pull – протягивание. Редактирование блоков. Операция Split, как в ISOM. Associate – то есть создание ассоциаций блоков и геометрии. Shape Link – это управление формы для конкретных мест проблемных, чтобы избежать, скажем, скошенности. Мы меняем форму Edge для того, чтобы минимизировать скошенность в данном регионе. И Merge – это сшивание сетки, либо это альтернативный способ избавиться от сильно скошенных элементов. Параметризация. То есть параметризация представляет собой возможность редактирования параметров для конкретных элементов в Space Claim, создание параметров в меню Workbench и редактирование их, скажем, на лету. Шаблоны. В шаблоне привязки делаются к именованным выборкам. Name Selection. Шаблон можно использовать для геометрии с той же топологией. То есть мы здесь видим, что у нас, скажем, была исходная геометрия. Мы создали для нее блокинг. И этот блокинг мы затем ассоциировали на новую схожую геометрию. Кстати, блокинг имеет то же расширение, что и в ISOM. BLK. Здесь мы уже размечаем количество элементов на эджах и в случае правильной, корректной расстановки всех узлов, вершин, мы получаем аккуратную, высококачественную сетку
в Space Claim Meshing. Коллеги, на этом наш вебинар, основная часть заканчивается.